Сегодня мы на М5. Вот столько народу. Капец какой-то. И эти все машины туда. Такого не было никогда в будние дни. Ужас. Просто ужас. Всем привет. Сегодня мы приехали на М5 искупаться. Все задают вопросы, работает ли М5. Сейчас мы все покажем. Вот наш папа с трудом нашел место для парковки, потому что места нет. Нет места вообще. Первый раз такое. Если вам интересно нас смотреть, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Какая-то адовая толпа народу. И детский бассейн где-то там вдалеке. Чего только нет. Сама сойти. Вот, а вы еще сомневались, работает ли М5. Еще как. Тут уже вижу касса на пляже. Капец. Уже толпа стоит и очередь. Просто нет слов. Лежаков свободных нет практически. То есть нужно искать. Сейчас подумаем, нам это надо, нет? Довольно пустенько. В ресторане народа нет. Нереальная толпа народу. Никогда здесь такого не было, кроме некоторых выходных, очень жарких. Обратите внимание, даже настил здесь не обновлялся, а лежаки такой чистоты, как будто здесь их не мыли с прошлого года. Вот как снег сошел, так они и стоят. Смотрите, такие черные. Совершенно черные лежаки. Но люди ни на что не обращают внимания, потому что очень хочется купаться. А еще там вдалеке люди катаются на сабордах. Здесь прокат сабордов. Ныряют, плавают. Так-то хорошо, это очень грязно. Сейчас люди ныряют прямо вот с этих бортиков. Папа, привет! Привет, привет! Так люди за неимением лежаков располагаются. Волейбол, как всегда, здесь. Это детский бассейн. Какой-то такой странноватый. Теперь здесь есть место для курения. Курильщики, ура! Такое было хорошее место несколько лет назад, и вот все пришло в запустение. Ресторан не работает, хотя сказали, что работает, но непонятно. По крайней мере, бар-ресторан все закрыто, может быть, вот эта вот часть работает. Здесь все пусто и уныло. Даже как будто бы гостиница закрыта. Гостиница работает. Небольшая детская площадка, так себе. Вот такая площадка. Ближе подходить не хочу, не впечатляет меня это все в этом году. И очень-очень грязно. Как-то странно, не знаю. А вам как показалось? Канцелярия. Ладно, я перезвоню, ладно? Ну все, мы поехали. Всем пока. Приезжайте на М5, купайтесь. Будьте аккуратнее. Соблюдайте правила безопасности на воде.